Всем привет, это канал Мирина Абдулла, и сегодня я буду обозревать посылку из Китая, которая мне пришла уже несколько дней назад, а выяснил я это только сегодня, по интернету, по номеру. Оказывается, можно узнать, где посылка в данный момент находится. Я набрал номер, который был указан на сайте, и мне сказали: а, ваша посылка уже 6 дней назад пришла. Я такой: о, как классно. А этот квиточек никто мне не принес, почтовый ящик. Я каждый день заходил, смотрел. Оказывается, можно вот так вот делать. Ну вот, пришел, сказал: вот у меня номер, дал паспорт, и мне дали вот такую штуку. Во. Она еще не распечатана. Поэтому я могу сейчас даже оценить, что там внутри. Судя по всему, она обмотана пленкой с пупырышками, с такими воздушными. И там какая-то коробка. Вот. Сейчас я это буду распечатывать, но уже камера будет с другой стороны, чтобы видны были руки. Вот тут что-то написано по-китайски. А, ну ясно, упаковывал мастер Фу, который острым как лезвие бритва мечом распорол упаковку и вложил туда камеру CJ4000. Но что там в пакете, я до сих пор не знаю. Может, там не камера, а что-нибудь другое. Всякое бывает. Может, они вместо камеры там что-нибудь другое прислали. Сейчас будем смотреть. Ну что ж, понеслась. Возьмем обычный ножичек, простенький, и начнем открывать. Даже не знаю, с какой стороны. Может, с этой? Вот с этой. Ух ты, я волнуюсь. Я волнуюсь, потому что я не знаю, что же там. Все-таки Китай далеко. И какую-то претензию представлять, я даже не знаю, как это получится. Хотя какие тут претензии? Они говорят очень все аккуратные, но как говорят те, кто... Кому ничего не перепутали. О, ну ладно. С Богом, как говорится. Да, с Богом. Главное не спешить. Чтоб не повредить упаковку. Ой, елки, что там, двойной полиэтилен, что ли? Ёлы-палы. Ножик острый. Так, тупое бревно. Вот. Я же говорил, это действительно упаковка с этими пупырышками. Кстати, они, по-моему, завертели-то хорошо. Завертели на совесть. Ах ты ж, елки-палки. Да. Причем второго дубля будет не снять. Так что уж как сейчас пойдет, так и пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Монтаж, может, спасет, но... Какой тут нахрен монтаж? О, слушайте, там что-то есть. Похоже на коробочку на какую-то. Ох ты ж, да, это коробка. То, что там коробка, это точно. А теперь мы эту коробку отсюда как-нибудь извлечем. Да, смотри-ка ты. Ой, написано Sports HDV 1080p, Full HD, траля-ля, 3 рубля. Ага, да, действительно, слушайте. Даже смотри-ка, эта упаковка-то почти не помялась. Почти не помялась, да. Изнутри тут как смотрит какая-то камера, похоже. Да, HD написано, слушайте, нормально. Я заказал черного цвета, чтобы зверей не пугать в лесу с такими разноцветными там цветами. Ну что, охота, дело такое. На пострелухах-то наоборот красное лучше. Ну ладно. Ну, я волнуюсь. Смелей, я рядом. Так, что там у нас в комплектухе? Ой-ой-ой, что, все что ли? Ага. Ну, какая маленькая. Я когда получал, думал, что она такая маленькая-то? Тут непонятно, что... А, это какие-то тут резиночки. Это какая-то крышечка. Это еще что-то. Ага, ну это для розетки. Это какой-то тоже крепеж. Не знаю, к ружью это можно будет присобачить. Но это надо думать будет. Тут еще какой-то крепеж. Тут еще какой-то крепеж. Тут еще какой-то крепеж. Тут еще крепеж. Слушайте, с крепежами, похоже, тут все очень хорошо. Еще какой-то крепеж. Это какой-то шнур, видимо, USB. Так, это еще какая-то фигнюшка. Это еще какие-то липучки и какая-то железяка. Это тоже какая-то то ли на пояс, клипса, то ли что. Тут еще какие-то... А, это пластиковые какие-то закрепы. Судя по всему, это паспорт. Говорили, что на русском языке... Не знаю насчет русского.
О, действительно на русском. Да, и схема тут нарисована. Походу, меня не обманули. Еще тряпка какая-то тянется. Ну, тряпка-то, наверное, протирать что-то. Да. Теперь, собственно говоря, сам прибор. Вот он. А, все, вытащил. Слушайте, тут много крепежа. Как и говорили, что крепежа очень много, что как раз для меня очень даже актуально. А это, судя по всему, футляр непромокаемый. Да, там какие-то везде пленки надо будет сдирать. Вот крепеж, собственно говоря. Какая-то клипса. В общем, это, ну, он вообще так не очень-то тяжелый. Ну, камера на внешний вид мне понравилась. Очень понравилась. Маленькая, хорошенькая. Вот аккумулятор где у нее, непонятно. Наверное, прямо тут и есть. Внутри. Тут какие-то дырки. Кнопки сверху тоже что-то тут такое непонятное. Что-то кнопки нет. А, вот какая-то кнопка. Да, тут кнопка. Тут еще кнопка. Тут еще кнопка. Ох ты, да он включился. Ёлки-пал, как же мне теперь выключить-то, Ух ты, я опять что-то нажал, да не то, наверное. Ну-ка, если сюда. Ну все, понятно. Теперь включил, не знаю, что делать. Ага. Надо же сначала инструкцию читать. Она за это по рукам надо бить. Ах, я ёлы-палы, еще сейчас сниму чего-нибудь. Но экран тут есть, какая-то кнопка горит. Ладно, пусть пока поработает. Сейчас попробуем даже вскрыть. Судя по всему, этот рычаг открывается. Нет, наверное, не в эту сторону. Да нет, он должен быть в эту. Может, какой-нибудь еще фиксатор есть. А, вот тут вот так. Нет, это я не рискну тут со всей силы что-то нажимать. Понятно, что эта штука очень забавная. Все, работает. Ёлки-палки, как ее выключить-то теперь? Ага. Ну все, вот это был обзор камеры, собственно. CJ4000, кажется. Тут на ней что-то не написано, что это CJ4000. Тоже Sports HDDV написано. А где камера-то? Тут надписи нету. Нету. Может, мелко? Sports HDDV. 1.5 дюйма LSD. Тыри-тыри, пым-пым-пым. Да. Ну вот, прислали камеру. По крайней мере, может, мелкие буквы где-нибудь. Нигде ничего не написано. Вот жулики, а. Фонарик-то это опять выключился. Не нажимал вроде ничего. Да, это надо инструкцию читать. Ага, вот. Тут, значит, это сюда должно открываться, а это, наверное, замок такой. Замок такой хитрый, что сразу ты не сообразишь. Ну, это уже, как говорится, в процессе. С вами был канал Миллион Абдулла. Я показал вам посылку, которую купил на те деньги, которые мне перевел YouTube от ваших просмотров. Так что спасибо вам большое, мои драгоценные подписчики, за то, что позволяете моему каналу Миллион Абдулла развиваться. Я постепенно обзавожусь техникой. Вот. И надеюсь, это позволит снимать более классные ролики. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Да, еще лайки ставьте тоже. Потому что лайки-то я люблю. Всем удачи.